Тюменцы собирают деньги на лечение двойняшек Есении и Валерии Шабулиных. У девочек ДЦП, они появились на свет недоношенными, и роды были тяжелыми. Сейчас родители пытаются сделать все возможное, чтобы поставить дочерей на ноги. Они выбрали метод Глена Домана, который с успехом применяют в США. Врачи с другого континента готовы принять малышей. Часть денег на поездку супруги Шабулины уже собрали, но тем не менее в соцсетях продолжают искать неравнодушных людей, готовых помочь. Сейчас родители самостоятельно применяют методику и возможности устроиться на постоянную работу у них нет. С утра до вечера, то есть вот, с подъемом и до самого сна. То есть и непосредственно всеми остальными делами, непосредственно там сбор и прочее, уборка, готовка. Самим даже покушать это после того, как детей уложим. Всю информацию о семье, контактные данные родителей и номера счетов, на которые можно отправить деньги, можно найти в социальных сетях.